Ричард, что? Что случилось? Ты только не пугайся. Но ты был в коме последние 4 года. Что? Да я прикалываюсь. Ты что, чувство юмора продал? Нет, ты отрубился всего на 6 часов, но крови много потерял. Надеюсь, тебе перелили нужную группу. Мы набираем команду инженеров, 50 человек. Ты хочешь набрать в команду кучу незнакомого народа? Господи. До этого бы не дошло, если бы ты не давал нам с Гилфойлом гонять балду. Твое неумение не дать нам облажаться недостойно лидера. Ты должен выйти вперед и стать лидером. Это как если ты показываешь клиенту хрен, доказывая, что ты настоящий проститут, а не коп под прикрытием. Что? Когда он завершит свой интернет, Холли выйдет в тираж. Вы отстаете по всем фронтам. Да что они о себе возомнили? Я Гевин Белсон, я в зале славы инноваций. Кстати говоря, готов портрет новых членов зала славы. Вы с товарищами? Неплохо смотритесь. Матерь Божья. Ты отменил запрет на собак в офисе? Собаки — это не милые питомцы. Это злобные звери. Да чтоб тебя! Крысолов катится вниз. Это его компания, за исключением большей части, которая принадлежит нам. Не волнуйся, она всегда недовольна. Мне порой кажется, она забеременела только чтобы показать мне, что я мало работаю. Или что не могу забеременеть. Брось, Моника, уверен, пара хороших яйцеклеток еще найдется там. Там? В твоей вагине. Или в яичниках. Силиконовая долина. 5-й сезон. В Амедиатеке и на телеканале Амедиа.